Всем привет, с вами Андрей Санар. 10 января, официальное открытие работы повсюду, но на самом деле тайм-триал работал практически без праздников, без выходных. Вот делали лодочки, все продолжают делать. Веги спортивные, очень интересная модель. Но у меня сейчас к вам очень важный вопрос. Начало года – это расписывание планов по новым разработкам. И вопрос очень простой. Какие новинки вы хотите увидеть в этом году? Этот ролик, скорее всего, будет распихан по всем нашим ресурсам. И на Ютубе, и на ТикТоке, и на Инстаграме, и в ВКонтактовской группе. Везде пишите в комментариях, где это только доступно. Какие вы модели лодок хотите видеть? Что вы хотите увидеть нового? Все ваши хотелки... Все ваши заявки, мы их рассмотрим, обдумаем. Если найдем это интересным, запустим в производство. Нам на радость, вам на радость, всем на радость. А возможностей для разработок у нас много. Компьютерное моделирование, автоматический крой, станки сварки горячим воздухом, станки сварки токами высокой частоты. В серию можем запустить любое надувное изделие, любой сложности. Из ТПУ, из ПВХ, с любым количеством отсеков, разных цветов. Отдел разработок просто горит желанием что-нибудь разработать. С вами был Андрей Санар. Всем пока.